Как быстро отрастить волосы, укрепить ногти, устранить мелкие морщинки. Вот это да! Мягко говоря, я просто в шоке. Жидкое золото для женской красоты. Простой и недорогой, самый женский витамин Е. Альфа-токоферол ацетат, он же витамин Е, это масляный раствор для приема внутрь. Чаще всего встречается в аптеках объемом 100 мл. Но сейчас тот самый нехитрый рецепт, который поможет восстановить волосы. Дешево и эффективно. Возьмем жидкий витамин Е и тщательно нанесем на корни волос. Делать такую процедуру необходимо всего один раз в неделю. Для нанесения средства лучше всего воспользоваться кистью для покраски волос. Разделяем волосы на проборы и обильно наносим витамин Е. Потом с помощью расчески распределяю витамин по всей длине волос и совсем немного добавляю на кончики. Лайфхак для того, чтобы витамины, масла и маски для волос действовали максимально, после их нанесения важно хорошо разогреть кожу головы. Сделать это можно при помощи теплого потока воздуха. Итак, после нанесения витамина очень хорошо подогреваем голову. Затем оборачиваем волосы пищевой пленкой. И для усиления эффекта бани утепляемся полотенцем. Внимание! Ходить так нужно не меньше 4 часов. Также не забываем принимать внутрь витамин Е в капсулах. По одной таблетке 3 раза в день на протяжении 2 недель. Затем обязательно делаем перерыв на 2 недели и снова возобновляем прием. После полного курса делаем перерыв на 2-3 месяца. А да, перерыв только по приему капсул, а жидкий витамин продолжаем наносить по одному разу в неделю. Это самый эффективный и дешевый, качественный и быстрый, простой и безвредный способ восстановить и отрастить волосы в домашних условиях. Еще витамин Е не зря называют самым женским витамином или волшебным зельем. Он великолепно помогает избавиться от мелких мимических морщин. Достаточно немного витамина добавить в крем и нанести перед сном. Кроме этого, он поможет укрепить и отрастить длинные ногти, сделать их менее ломкими. Просто смазываем ногти перед сном витамином Е. Можно также витамин Е смешать вместе с кремом. Он также хорошо стимулирует рост волос и восстанавливает их структуру. При приеме внутрь укрепляются сосуды, делая их более эластичными, что является отличной профилактикой варикозного расширения вен. То есть витамин Е обладает целым спектром различных плюсов. Это настоящий спасатель для волос, ногтей и кожи. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте поделиться этим простым рецептом со своими друзьями. Всем пока, до новых встреч!